Мне хочется их каждого обнять, теплом душевным с ними поделиться. Была бы сила, чтобы время вспять, но я не бог, война им снова снится. Под проникновенные строки смотрят с экрана и фотографий ивантеевцы, участники Великой Отечественной войны. 679 фото людей, многих из которых сегодня уже нет живых. Словно полноправные участники этой акции памяти, посвященной 76-й годовщине освобождения Подмосковья от немецко-фашистских захватчиков. «Помним», — говорят им сегодня дети. 22 июня 1941 года фашистская Германия обрушила на нашу родину удар невиданной силы. План операции по захвату Москвы получил название «Тайфун». Его осуществление было возложено на группу немецко-фашистских армий «Центр», насчитывающую около 2 миллионов человек, 14 тысяч орудий и минометов, 1700 танков, 1390 самолетов. У защитников Родины 1 миллион 250 тысяч бойцов, 7600 орудий, 990 танков, 660 самолетов. Но фашисты не учли того, что москвичи и жители Подмосковья будут биться с захватчиками наравне с красноармейцами. Бились и ивантеевцы. Школьникам рассказывают об организации отрядов противовоздушной обороны, о работе фабрик в годы войны, об организации госпиталей и об ивантеевцах, которые ценой своей жизни подарили нам победу. На фронт ушли 4500 земляков, более половины не вернулись, а пятеро стали героями Советского Союза. В концерте, посвященном 76-й годовщине освобождения Московской области от фашистов, приняли участие творческие коллективы Центра Кекушева, вокально-хоровой ансамбль «Весна», ансамбль бального танца «Фристайл», вокальный ансамбль «Сударушка», а также исполнители Леся Рожкова, Анастасия Перина, Вита Новикова и Александр Мельников.